соревнования делать. Всем привет, ребята! Артём собрал вот такую классную коллекцию липучек. Это разные овощи, фрукты, даже непонятные какие-то чудики. Ну, в общем, это мы назовем пищевой бунт. Сегодня мы будем клеить вот на такую досочку наши липучки и проверять, какая липучка дольше продержится. Ну что, Артём, приступай. Так, Артём сейчас налепит все липучки на нашу досочку. Затем мы её поставим и посмотрим, кто дольше провисит. Как ты думаешь, Артём, кто дольше всего продержится? Какая фигурка? Я бы думала, вот это змея. Это змея, думаешь? Угу. Ребята, смотрите, какие фигурки. Есть и баклажан, есть ждун, черника, морковка, банан. Пишите свои комментарии, как вы думаете, кто дольше всего продержится на досочке. А кто проиграет? Мы будем смотреть и читать ваши комментарии. Так, Артём почти все фигурки приклеил на досочку. Сейчас будем, давай, доклеивай. И будем проводить соревнования. Так, так. Давай ближе тебе. Бери все фигурки и доклеивай их. Вот как красиво рядочком они у нас стоят. Так, всех хорошо приклеил? Еще пока не все. Угу. Такая акула у нас тут. Да, вот такая интересная акула. Давай я покажу ребятам, а ты пока клей. Вот такая акула, ребята. А глаза у нее какие смешные. Да, у нее очень смешные глаза. Это акула. Она прозрачная, но у нее есть такие свойства. В темноте она светится. То есть она заряжается от солнечного света или просто от обычной лампочки. Ну что, все? Тёма, нет, не все. Уже какие-то отклеились. Давай приклеим их заново, чтобы соревнование было у нас честным. Ну что? Водка. Кто там у нас отлипает и не хочет клеиться? Вот он. Осьминожек? Угу. Так, ну что, все готовы? Придерживай досочку, Артём. И начинаем соревнование. Ну, пока все держатся у нас. Оп! Первый уже у нас упал. Он как спидой. Это баклажан. Еще два упали. Баклажан. Упала у нас помидорка. Землетрясение было. О, Артём устраивает землетрясение. Так, ну пока все держатся. А куда вот? И упала свинка-мальчик. Вот и акула вот. Акула держится. Так. Упала морковка. Кто там еще у нас упал? Упал ждун. Упал вот такой чудик одноглазый. Так, Артём, ну что там, может быть, еще землетрясение сделаешь? Нет, не хотят. Оп, кто-то упал. Это капелька сока. Это не капелька, а какой-то лук. Лук, думаешь? Ну, не знаю, ребята, как вы думаете, кто это? Напишите свои комментарии. Кто это? Капелька сока или лук? Вот такой интересного розово-фиолетового цвета и зеленые ручки. Так, вот у нас рядочек проигравших. Уже проиграло у нас 7 фигурок. Остальные все висят и падать не хотят. Артём, давай, наверное, еще попробуем. Оп! Кто еще упал? Картошка. Картошка упала. Остальные все висят, висят, висят. Какие молодцы. Артём, тряси, тряси, тряси. Проверяем, проверяем на прочность. Тряси, тряси, тряси. Да, тряси, тряси, тряси. Такая есть песня, да? Да. Тряси, тряси, тряси. Ну, здоровская песня. А давай их проверим пальчиком их. Оп! Кто это еще у нас упал? Фасоль. Фасоль упала? И вот еще одна.
Так, король фасоли еще у нас висит. Оп! Капуста тоже упала. Нет, виноград. А, это виноград. Вот они какие улыбчивые виноградинки. Еще вот. Вот какая-то белая морковь. Еще вот зацепил. Белая морковь. Такой фужерчик с коктейлем упал у нас. Так, фасоль почему у нас здесь лежит. Так, вот, смотрите, какой ряд проигравших. Так, снова землетрясение Артём устраивает. Тряси, 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 тряси. Попробуй. Тряси, тряси, тряси. Попробуй пальчиком их теперь проверь. Так, вот волна пошла или ураган. Оп, кто не выдержал? Это банан у нас упал. Так, дальше, дальше, дальше. Все держатся. Попробуй каждого дотронься пальчиком до каждой фигурки. Ну, посильнее, я думаю, что ты так тихонько ты нажимаешь. Так. Ну что? Оставим их в числе победителей, как ты, Артём, считаешь? Пусть все попадают. Ой. Оп. Кто это упал? Это какой-то лимончик, что ли? То с зелёными руками, как этот. Да, вот какие фигурки у нас выбыли из игры. А Ждун второй, он здесь. Да, вот. И второй лук этот. Вот Ждун один у нас выбыл из игры. И вот еще. А еще один Ждун у нас пока ждет и хочет выиграть. А вот это, и вот он тоже ждет. Две белые морковки, два братика. Вот одна здесь у нас, а одна еще на доске висит. И осьминожка. И осьминожка. Ну, давай еще разок. Ураган. Нет, все ждут. Никто падать не хочет. Ну что же, давай посмотрим, кто у нас выиграл. Пересчитаем их и покажем ребятам. Опускай досочку, Артём. Опускай. Так, ну что же, вот смотрите, остался у нас вот такой осьминожек. Белая морковка, свинка, девочка. Давай их посчитаем. Огурчик. Сейчас я покажем ребятам. Король фасоль, клубника, одноглазая змея, черника, ждун, цветная капуста, апельсинчик и белая акула. Вот столько Давай победителей. Давай посчитаем. Давай посчитай, Артём, сколько осталось победителей. Один, два, три. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 победителей. Вот такой ряд проигравших у нас. Ну что ж, ребята, пишите свои комментарии, есть ли у вас такие же фигурки и какая коллекция у вас. Давай посчитаем. Ну, давай посчитай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Это я считал? Да, посчитал. Получается, у нас 12 победителей и 14 проигравших. Ну вот, практически ничья. Практически, если бы один кто-нибудь удержался, то получилось бы поровну проигравших и победителей. Ну что же, ребята, пишите свои комментарии, понравилось ли наше видео вам. Ставьте лайки и обязательно подписывайтесь на канал Артём Романов. Ребята, всем пока-пока! Пока-пока!